Салют, братень! Ты на канале Не Карате, канал о боксе. Мы здесь и прогнозы делаем, и громкие бои разбираем, и о молодых проспектах говорим. Братка, от техники до юмора все у нас здесь о боксе. Так что ты попал как нельзя кстати. Очень круто ты попал! Круто ты попал! Круто ты попал на TV! Но сегодня прогнозов не будет. В недавнем выпуске, где я разбирал непобежденных проспектов, которые закончили все свои бои нокаутом, я допустил грубейшую ошибку. Не может быть! Может! Я не включил в этот список спортсмена 2019 года. Ну, на родине он стал таковым. Я не включил в этот список одного из самых перспективных тяжеловесов. Братюнь, я думаю, ты уже догадался, о ком пойдет речь. Да, брат, все верно, речь о Бахадире Джалолове. Ну и вопросов много. Куда пропал, какие планы, бился в апреле 19-го, не слыхать, не видать, в чем дело. Слышали про дисквалификацию от Маурисио Сулеймана? На 2 года отстранил Бахадира от боев. Насколько это критично для карьеры Бахадира? Так что, брат, будем разбираться. Ну и, соответственно, немножко обсудим Тони Йоко. Ты спросишь меня, почему, при чем здесь Джалолов, при чем здесь Йоко? Связь есть, ты уж поверь. Просто досмотри ролик до конца, и ты все поймешь. А я пойму все по глазам, а я прочту все по губам. Прозвище Бахадира – Большой Узбек из-за классной антропометрии. 198 рост, 202 размах крыла. Достанет кого хочешь. 6 боев провел в профи, 6 нокаутом закончил, естественно, все победы. Техничный боец, который классно передвигается на ногах. У него классный правый прямой, просто как копье закидывает, резко, быстро назад возвращается и при этом очень классно работает левой рукой. Расковыривает, опускает руки, обманочку, подковыривает, подковыривает, делает огромную работу, чтобы потом бросить правый прямой. Как результат, красивый нокаут. Касательно любительской карьеры, провел 102 боя, 85 побед, 13 поражений. Но Бахадир рано начал и был достаточно высоким парнем, но при этом физики ему явно не хватало. Соответственно, сейчас он поднабрал, и шансов выстоять в бою против него не так и много. Последний свой бой в профессионалах он провел в апреле 2019 года. Куда же подевался? Все очень просто. В 2020 году в Токио пройдут Олимпийские игры. Если в 2016 году на играх в Рио-де-Жанейро ему не хватило опыта и не хватило немножечко физики, соответственно, сейчас отличная возможность забрать золото. Бахадир готовится к Олимпийским играм в Токио. И шансы на золото есть.
Пришла пора вернуться к моему анонсу. Тони Йока. Вероятнее всего, именно с этим бойцом Бахадиру придется выяснять отношения. Так как в тяжелом весе смена поколений еще не настала, все привезут практически те же команды, что были в Рио. Тони Йока, напомню, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро в тяжелом весе. Француз, 27 лет, 201 рост, 208 размах рук. Также перешел в профи, 7 боев, 7 побед, 6 нокаутов. Жесткий панчер. Бахадиру придется непросто. Зацени, как Тони Йока расправляется со своими оппонентами. Et pour la deuxième fois dans ce round, Clark est compté. Il va pas se relever. Oh, la première droite. Encore de droite. De la part du Français. Il s'est encore assis dans les cordes, Ali Bagouz. À terre pour la deuxième fois. C'est ça qu'il faut faire. Oh, la droite encore! Il regarde son coin. Et pour la quatrième fois, il est à terre. Et c'est terminé, c'est terminé. Moins de deux rounds, quatre voyages au tapis d'Ali Bagouz. Allez, c'est comme ça, il faut faire aller. Encore des séries pour faire vaciller David Allen. Oh, la pluie de coups! La pluie de coups! Et le Britannique est arrêté! Quelle entame de dixième reprise! Ah, très bien, super! Tony, même ça fait longtemps qu'il n'a pas boxé, il est plus présent, il est là, il est physique, il est un peu il est agressif. Oh, la droite, superbe, superbe la droite, suivi d'un uppercut de Tony Yoka et Dimitrenko à terre, pour la première fois sur un superbe enchaînement. La droite, elle est belle. Et plus d'une minute trente pour terminer le combat, c'est terminé. Retour gagnant pour Super. Tony Yoka, Dimitrenko est KO. Il n'y a pas grand monde qui a réussi à faire ça. Ah oui, il lui percute, il avait déjà fait très mal à Dimitrenko. Et il va rester du temps pour terminer le combat. Encore une accélération de Tony Yoka. Deuxième voyage au tapis pour Michael Valich, qui est arrêté par l'arbitre. Il n'est pas content, l'Allemand. Nouvelle victoire expéditive de Tony Yoka. Comme face à Dimitrenko. По стилистике Йока напоминает Энтони Джошуа. Издали не разбивает, конкретного правого прямого нет, пробивает прямые, но сокрушительной силы в них нет. Подходит на ближнюю дистанцию и крюками пытается добить соперника. Здесь и собака порылась, тут и опасность подловить Йоку, естественно, можно. Как Энди Руис подловил Энтони Джошуа, так, соответственно, и Тони Йоку можно сложить. Рискует парень, издали фехтовать не любит. Идет на ближнюю. Здесь можно и побиться. Кличко, стайл, вариантов, в принципе, много, как можно нейтрализовать Йоку. Так что, братюнь, я думаю, на Олимпиаде эти два парня точно увидятся. Ёжик! И ты услышишь и закричишь «Медвежонок!»
Ну и касательно карьеры Бахадира. Непонятно, почему Маурисио Сулейман так жестко прореагировал на нокаут на чемпионате мира. Многие профессионалы боксируют и в профессионалах, и ходят за трофеями в любительский бокс. Но Маурисио Сулейману, видно, крайне понравился нокаут Бахадира, и он решил его пропиарить. И поэтому он его дисквалифицировал. Но по сути для карьеры Бахадира это роли не играет. После Олимпийских игр он может вернуться в профессиональную карьеру. По версиям WBA и IBF он рейтингуется. Так что поезд WBC сейчас не первоочередная задача и подождать может. В любом случае пожелаем Бахадиру удачи. Надеюсь, все получится. И олимпийское золото завоевать, и сделать хорошую карьеру в профессионалах. Ну а ты был на канале Не Карате. Бахни лайк, репост только приветствуется. И до встречи в следующем выпуске. Пока!